Эпичная заставка. Хей-хоу, ребятки, всем привет! С вами Борода, это Tower Conquest, и мы продолжаем проходить эту игру. Поехали! Как вы помните, в прошлом выпуске мы остановились на том, что добрались до острова Железяк, и нам нужно поработить и покорить себе в армию этих дронов. Давайте посмотрим, получится ли нам пройти в этот раз на 3 звезды, потому что в прошлом выпуске мы одну из миссий провалили. И нашу башенку все-таки задамажили, а когда твою башню дамажат, ни о каких 3 звездах идти и речи не может, понимаешь, дружище? Поэтому нужно быть, безусловно, предельно аккуратным, ни в коем случае не подставляться и берегитесь, ребят, вот этих вот шестеренок, потому что они очень сильно дамажат и, скорее всего, в этот раз мне опять не получится получить 3 звезды, потому что меня уже давят, у меня не хватает просто маны, мне не хватает той скорости, с которой она восстанавливается. Так, вроде бы немножко мы все-таки отбились, хорошо. Я задефил, я сдержал атаку, можно попробовать контратаку сделать, и в принципе я сейчас это и буду проворачивать. Так, фаербол полетел, монетку я заберу, 25 монет, но все-таки приятно. Хоть и немного, не спорю. Так, сейчас вот лучники должны тащить, поэтому надо лучников побольше выпускать. И это победа. Причем довольно-таки быстрая, приятная. И 3-звездная. Хорошо, забираем награду. Переходим к следующему уровню. Я думаю, в этом уровне мы покорим новый остров. Посмотрим, что нас там ожидает. Поехали. Так, далеко башенка? Ну, блин, почему же так башня-то недалеко? Я не люблю, когда оно прям впритыке. Кстати, обратите внимание на задний фон. Довольно круто смотрится, да? Вроде бы такая простенькая на самом-то деле анимация, но как же ж круто она смотрится. Не знаю, я безусловно в восторге, мне очень сильно нравится. Надеюсь, дружище, тебе тоже, потому что робот, которого собирает на фоне, выглядит очень-очень круто. Вот, у нас тут что-то новенькое определенно. Так, а ну-ка, вот так вот, хорошо, прям в него. Что-то новенькое надо убивать сразу же, потому что это определенно опасно. Так, нам нужно больше лучников. Давай, хорошо. Так, надо ускорение сделать, потому что слишком долго. Не люблю столь долгие ожидания. Поэтому всегда ставим на максимальную скорость и вперед. На самом-то деле, особо ни на что это не повлияет по исходу боя. А вот количество боев, которые мы сможем сделать, конечно же, гораздо увеличится. Ману я пропустил, это плохо. Так, это сюда. Еще бы немножко, и нашу базу бы все-таки повредили бы. И это бы означало, что я потеряю возможность получить 3 звезды, а я этого не хочу. Так, выпускаю впервые старца, ребят. Это первый раз, когда я это сделал. Это гигант, который... Нет, он все-таки дамажит воинов. Я думал, он будет целенаправленно идти все-таки на башню и будет дамажить только башню исключительно. Потому что такие воины есть, такие персонажи присутствуют. И почему-то я вот думал, что это будет именно такой. Хорошо, последняя миссия на острове роботов. Посмотрим. Так, что у нас? Термин. 9000 жизней. Охренеть. Так, ну молотильщика мы видели. В принципе, больше ничего нового. Появляется только термин, у которого 182 атаки. Жесть. А хп все-таки 486. Термин 9000 это его имя просто. Окей, поехали. Давайте посмотрим, насколько это будет хардкорно. Далеко? Далеко. Вот это то, что я люблю. И главное, чтобы они были как можно дальше. Все остальное не важно. Так, поехали. А лучники... Нам нужны лучники, потому что, как вы видите, лучники реально тащат. И без них, ну, просто никуда. Там едет робот. Робот. Умри. Так, монетку я заберу, пожалуй. Давай. Давай еще. Мана. Мана мне нужна. Хорошо. Так, и еще лучники. Черный рыцарь вперед. Так, взрывальщик. Хорошо. Убейте. Молодцы. Так, шар возобновился. Вот наш термин. Охренеть, что он творит, вы посмотрите, сразу же всех валит, да, ну нахрен. Я пасую, это что мне делать-то с ним, ё-моё. Если он всех убивает, то есть ему пофиг против кого, он все равно берет их и уничтожает. Это нечестно, а что мне с ним делать-то, ё-моё. Посмотрите на дамаг,
Все просто вот мгновенно падают. Давай мы старца-то выпустим, посмотрим. Старец тоже сразу будет умирать или нет? Нет, старец нас живет. Хорошо, лови. Так, поехали, давай посмотрим. А что такое? Куда ты уходишь, Термин, братишка? Живи, живи. Вот и пал, ребята, грозный, страшный Термин, который должен был, по идее, нас убить. Но, увы, у него ничего не получилось. И наш старец все-таки продавил. Это победа. Причем, по-моему, очень даже красивая и приятная. Хорошо, забираем наши награды. Отлично. Только единожды нам не удалось, ребят, пройти здесь, на острове Железяк, на 3 звезды. Так, у нас разблокировался новый режим. Это режим тренировки. Хорошо, давай попробуем. Так, бесплатно можно начать тренировку. Это автоматически все происходит. Так, тренировка требует времени, но это хороший способ повысить уровень лучших бойцов. Окей. Будет повышаться уровень бойцов. Так, мне предлагают посмотреть видеоролик для того, чтобы сократить время и получить сразу же награду. Хорошо, так и сделаем. Хорошо, тренировка прошла. Ребят, чтобы вы понимали, вот принудительной рекламы нету в игре. Но есть реклама, которая помогает ускорить или время ожидания, или же получить бесплатные карты. То есть приятная реклама. Хорошо, давайте посмотрим, что же происходит, когда мы потренировались. Так, выберите свой отряд. Ну, это понятно, это все ясно. 3 карточки за бой. То есть мы рандомно получаем 3 карточки с любого какого-то героя в этом отряде. Круто. Почему нет-то? В принципе, я бы не сказал, что это плохо. Так, хорошо, здесь у меня, смотрели, 3 карточки, 800 монет для того, чтобы улучшить уровень. Это все ясно. Давайте, наверное, так и сделаем, потому что, мне кажется, это пригодится. Так, монет у меня много. 20к в наличии, поэтому я как бы переживу это все. И заодно, кстати, посмотрим. Так, ну вот 6000 у меня где-то ушло приблизительно на то, чтобы сейчас улучшиться. Хорошо, если я не ошибаюсь, я могу забрать сундук. Так, отлично. 2 миссии я все-таки не смог пройти на 3. Здесь меня задамажили, а здесь я не уложился во времени. Ну, плохо, но я думаю, придет время, мы просто это все перепройдем и будет окей. Хорошо. Новый остров, ребят, который мы оставим уже на следующий видеоролик. Поэтому не забудь подписаться и поставить палец вверх. Всем спасибо. Пока-пока.